Всем привет! Рад приветствовать. Каламбур какой-то получается. Всем привет, рад приветствовать. Короче, и здрасте. На другой жизни. Наконец-то добрались мы до любимых мест, до любимых лесов. Времени не было, недели две никуда не выезжали. Труды праведные, куда деваться. Короче, затея в чем? Наши поселухи вот за моей спиной, вот в тех лесах. Здесь вырубка. Соответственно, здесь мы ничего не сделаем. Сейчас, кстати говоря, как два балбеса ехали. Вот накат идет, нормальный абсолютно. Мы его почему-то там не увидели. Ехали через вот эту всю канитель. Джиповали, выехали накат. Ну, это как всегда. Это потом дорога находится сама. То есть продолжаем исследовать леса. Лесов этих здесь. О-о-о! Видимо-невидимо. Вот, ну, сейчас по чуть-чуть будем пробивать. Вот следующий, грубо говоря, лесочек. Сейчас единственный минус — травы уже много. Июнь. Сегодня вылезли слепни. Да хренище. Что-то я как-то не ожидал. Комары, слеп, ну вечно, что, наша мошка любимая. И все остальное. Посмотрим этот лесок. Может быть, что-то найдем. Может быть, не найдем. Пойдемте, пойдемте смотреть скорее. Ничего сидеть. О, как интересно бывает. Вошли в лес, чуть прошли, и началось болото. Здесь вырубка, вот мы сейчас ее обойдем и пойдем тут. Вот, кстати, березы горели. Молния, наверное, попала. Скорее всего. Фу. Такие, на ветру сейчас стоим, обдуваемся. Болото такое хорошее. Я даже провалиться успел немного. Сейчас краешком здесь попробуем. Новые леса не изучены. Вот и поизучаем заодно. Кругом, соответственно, здесь вырубки, кругом деревья валяются, пни старые. Ну, короче, как обычно. Пробку сейчас там водочную выкопал. Вот первая находочка сегодняшняя. Ну. Попросил, с почином. 10 копеек совет. 41-й год. 41-й? Сейчас скажу. Что-то никак не покажу. О. Ну, короче, не, ну, сохранчики здесь. Ну, кстати говоря, грунт очень неплохой. Ох, с почином. Угу. Все равно хорошо. Сейчас а куда-нибудь. Здесь еще с краешку ветерок. Да, в лесу поэта. Меньше ветра. Пробуем. Вот идти краешку сюда, да. Давай пройдем вот так. Попробуйте. Ух, ветрище какой. Куча таких накатов. Ну, здесь делянки были, сами знаете, в тех лесах также, там их уйма. Вот сигнальчик был достаточно глубокий, где-то, наверное, 2/3 штыка. Вот еще один рамочник, 20 копеечек. Воды нет, вода у Любки куда-то она утекла. Обкажу такой вот СССР. Продолжаем движение в сторону клада. Как вы думаете, дорогие друзья, что я нашел только что? В лесу. В лесу. Ну это нормально, а вот что? Целый, с душками. Такие. Со стеклышками. Со стеклышками. Снимай все, хватит. В роговой оправе. Типа, щебомба. Там копейку сейчас 72-го года. Дорога какая-то, он, Люб, покажи, не знаю. Идем по ней пока. Советский мусор. Ну вот 72-го года копеечка. Ну и очки. Прикольно. Тебе идут.
Да. Мы ее сейчас поглядим, эту дорогу, потом еще там хотим. Вот там склоны покажи. Вот там склоны очень интересны вообще. Куда сходим тоже. Да там километраж, знаешь, какой. Не, ну не сегодня, у нас еще времени. Время пока еще живо есть. Столбики я показывал, да, вот они здесь стоят по всему направлению вот этого наката. У любой какая-то монетка с дороги, с самого наката. Угу. Гнутая. Не поймешь. Хрен с ним. А у меня вон пуговицы со звездой. И там еще что-то сигналит. Непонятно. А пойдем выкопаешь на камеру. Люб. Рамка какая, 15 копеек. Ага. Вам на камеру выкопаешь второй сигнал. Интересно, что там, тоже пуговица? Прям рядом такая же. Я думал, водочные пробки. Звенит вообще, как водочная пробка. Ну, ты заказывал себе совет? Вот. Ну, заказывал. Вот здесь где-то. Здесь. Не светится? Давай фиг знает. Сверху. Наверное, такая же. Разобранный красноармеец, дорогие друзья. Жалко. Ну, что это? Хрен тебе, пуля. Пуля? Странно, да? Вот две находки рядом. Вот вообще вот рядом. И оп сверху. Ну фиг знает. Охота вот перестали жрать. Да? Ну мы набрызгались. Здесь, конечно, покусывают. Прям вообще даже ладошки там. Шли мы, шли по этой дороге. Свернули еще на одну дорогу. Шли-шли по ней. И пришли черти куда опять. Еще в лесу. Ну понятно, слышишь. Даже по карте смотреть, тут ой, ну комары, птички. Хорошо. Сейчас двинем, наверное, немножко в сторону урочища одного. Ну, туда я имею в виду. Посмотрим здесь вот эти холмы лесные. Здесь, конечно, тишина, покой. Курить приходится много. Насекомые кушают нас. Я, знаешь, хочу заметил, лосиного этого помета мало. Угу. Фактически нет. Обычно его тьма. А здесь что-то нету. Есть, но он старый. Да. Хотя вот сзади нас огрызок-то лежит. Лосиный. Да, пожранный, но помету нет. Зима и зима. Двигаем дальше. Вот я про что говорил, что возвращаемся оттуда, снизу. Вот современный накат, ну как бы по нему ездят, там даже бревном каким-то загородили. А вот похож тоже на накат, параллельно идет. Вот, вот здесь вот. Вот такая находка необычная, я что-то не могу сообразить, что это такое. Покажу. О, очень похож на колокольчик. Цветной, да, пробивается? Проверь. Не, на корни. А. То ли колокольчик, то ли не колокольчик. Ребят, кто знает, подсказывайте. Ребят, подсвечники. Я не знаю, то ли так вот, то ли так вот это было. Интересно. Очень. Итак, друзья, день два. Вчера нагулялись, устали, хотя прошли всего ничего, 2 километра. Странно, раньше ходили гораздо больше, сейчас уставать стали почему-то сильнее. Может быть, практики нет в этом году столько, сколько раньше ходили, может быть. Хочу сказать, хорошая штука. Меня спрашивал, мишки появились, да и в принципе зверье. Это называется сигнал охотника. Штука на самом деле
Ну, просто звука света пугающий, скажем так. Сейчас я бахну, услышите, как щелкает. Щелкает достаточно громко. То есть, ну, я не знаю, по ощущениям, ну, у меня 12-й калибр охотничье ружье, как бы, звук тише гораздо. Вот, штука помогает. Вот где-то, знаешь, где? Вот вчера опять видели такую вот лепеху какашек Мишкина. Идешь в лес где? Нужно себя обозначить, обязательно обозначить. Понятно, что нужно и шуметь ходить, да? Медведь на тебя вряд ли полезет, если он как бы, ну, не шатун там или не голодный. Ну, не нужно, но обозначить можно. Сейчас бахнем. Взводится. С одну сниму. Стоит, чтобы вы понимали, все это вообще сущие копейки. Отводится от человека и делается бах. Блин. Я аж... Моргнул. Я дернулась. Она еще и световая, то есть в темное время разноцветный. Зелененький, желтенький, красненький. Вот такая штука. Обозначились. Ну, в кармане можно иметь. Опять же, где-то шорох какой-то, хлоп. Очень помогает, всем рекомендую. Стоит вообще копейки. Пойдемте в лес. Друзья, бродим сегодня, бродим. Находок нет совсем. Рассветка — это дело такое. Наткнуться на что-то в лесу. Сами понимаете, то есть это нашел пятачок, где черные сигналы, проверяешь, что это за чернина, какого это времени чернина, кованая, не кованая, ну это в принципе и приборами слышно. Вот, сейчас вот такая находка у нас интересная, целиком. Они обычно не часто попадаются, элементы конской упряжи, она же конина, ну прям с колечками, целенькая, не сломанная. Вот почему в лесу прикольно искать, в полях она вся ломаная, переломанная, а здесь вон хоть... В музей клади прям на витрину, что, скорее всего, мы и сделаем. Вот. Дальше двигаем. К машине решили вернуться. Есть вот этот накат, по которому мы, в общем-то, там дальше ходили вчера. Что-то нашла? Кто? Скажи. Медная. А, ну просто хрень. Решили, короче, вернуться этой дорогой. Мы здесь ее эту часть не били. У меня сейчас из-под дерева, из-под чудесного, как всегда. Палки, елки, отсюда пятачок выпрыгивает 52-го года. Ну, у нас, короче, я так понимаю, это видео будет советским видео. Советский коп. Что, в общем-то, тоже неплохо. Красота полная. По лесу гуляем, воздухом дышим. Ну, в общем-то, как всегда. Сетки спасают от комарья, конечно. Если бы не было сеток, мы бы здесь бежали сейчас дальше, чем это. Быстрее самолет, короче. Что гнуса много. Чуть-чуть решили переехать. Там что-то совсем тишина. Блин, да, комарьё достает, уже вечереть начинает. Еще одно местечко решили проверить, давно здесь не были. И вот находочка. Вот такая красота. Штурвальчик. Оп. Целый. Где-то 18 век примерно. Обычно они все поломанные спали, а здесь красота. Грунт такой золистый. Сохраняется. Вообще, мы на самом деле сюда приехали чернину покопать тут. Ну, как бы черные сигналы интересные были. Ну вот, и цветные попадаются. Комары одолевают. Ага. Друзья мои, день 3. Совсем немного времени. Короче, идея в чем? Тот же лесок, где мы вчера вечером нашли крестик, штурвал.
Вот это, короче говоря, канава разделительная, ну, которая разделяет лес и сельхозполя, я так понимаю. Вот она идет по дороге, по старой, а рядом идет накат советский. Только что я нашел, сейчас покажу. Короче, все находки и раньше, и вчера, вот рядом с канавой крестик, и раньше тут подымали находки. Вот из канавы, ну, откуда, с краю, вот, где, вон. Орляночка целенькая. Там обломок этого точно так же, вот, только еще глубже. Ну да. Обломок был этой. Подковы. Подковы. Грунт очень плотный, слоистый, как на дороге. Вот орляночка, а я еще достал егерскую пуговицу. Ну, это я вам в конце покажу, потому что я ее убрал как раз вот с того наката, с параллельного. Время есть у нас немного. Вот мы по ней сейчас, по этой канаве туда и пошлепаем. Если грозу не зашибет. Гремит. Ну, посмотрим. Говорят, в городе поливает. У нас сейчас такая туча обошла, вообще мрак. Ехали, вот как раз крест подняли. Ехали в сторону дома, черная прям. Очень рассчитывали, что польет, да, огород. Да, что польет огород, нифига. Все это прошло, три раза капнуло, прошло мимо. Везде поливало, кроме нас. Ну, в общем-то, как обычно. Короче говоря, идем по канаве. Интересные бывают выходы. Бывает вот прям ранний, допустим, средневековье лезет какой-нибудь, точнее, средневековье. Не ранее. Бывает, наоборот, вот советские выходы, как сейчас. Шли-шли вот по этому, по канаве, по накатам, нашли вот что-то типа прудика было когда-то. Скорее всего, в советское время здесь была поильня для скота, я так думаю, выкопали. Вот. Ну, соответственно, рядышком ранний советик, двушка. Ну, это какая-то ранняя. Не вижу, какой год. Пролетарии всех стран. До реформы, короче говоря. Покрутимся, посмотрим. Влажность, конечно, что-то сегодня зашкаливает вообще. Вроде идем в этих сетках. Мокрые хоть выжимай, как в джунглях. Комаров тьма вокруг. Ладно, не беда. Плетемся по дорогам. Сейчас вот здесь какая-то развилка. Мы вот оттуда пришли. Сюда пошла, она там травой заросшена. Корзинка разбитая валяется. А мы нашли сову. Оп. Прикольно. Целая, сухом. Вон проба квадратненькая. Серебро. Серебряная сова. Не совсем современная. Ну, современная, конечно, но очаровательная. Сов мы еще пока не находили. Лайки вставим за серебро-то. Надо вторую искать. Да вряд ли, конечно, это. Это нереально. Шла девчонка, потеряла. Сначала корзинку потеряла. Вот. Что-то она застегнута. Кто? Сережка. Думаешь, ухо оторвали? Не. Да ну. Разбойники напали, корзинку отобрали, ухо оторвали. Не дай бог. Короче, еще немного у нас есть времени. Будем искать вторую сову. Ну что, дорогие друзья, вот и закончились эти выходные. 3 дня, по несколько часов, по 2-3 часа мы гуляли. Июнь месяц, тяжелое время для разведок. Везде трава, туда, куда хочется залезть, везде заросли. Какие-то небольшие проплешины в лесу попадаются. Получилось посмотреть накаты некоторые. Естественно, с них в основном вылетали советские монеты. Но так как получилось уж. Тут выбирать не приходится. А получился вот такой результат. 3 пуговицы, имперочка, ну, орлянка. По-моему, дома, может быть, будет целенькая. Егерская, советская, военная. Канина в сборе, целенькая. Вот эта штука непонятная. Тыльник от ножа, кстати, прикольный, тяжеленький. 11 советских монет, крест, по-моему, в зачет отправляется. Ну и серебряная серьга сова. Вот как-то так вышло, дорогие друзья. Благодарим вас за то, что вы с нами ходите. Будем продолжать для вас дальше снимать. Всем здоровья и пока.